Ни один человек в мире не был на этом уровне. Же боитим эту штуку? Okay. Интересно, а если после того, как она упала на нее присесть, ты умрешь? Я ее почти вытащил, ты видел? Забей, не трогай. Фич, не трогай. Это не морковь. Слушай, да этим можно карабкаться. Этим можно убивать людей. Ух ты. Ух ты, рубины. Морковь. Так. Так, байтим. Оп, нет! Сейфт. Мы можем ее как-то использовать. Реквизит. У тебя оружие смерти, нет, тишь! Мне кажется, она после этого не наносит урон. Наносит. Она втыкается. Ты уверен? Стоп, не смей! Мы проверили. У меня, знаете, проблема, просто она вытаскивается постоянно. Так, все, погнали. Нойс! Да что ж она не упала? Она упала. Чего? Она упала. Я пошел. Я поехал. Бум. Ой. Реквизит. Ну, конечно. Ну, найс. Я ковер. Вау. Идеально, Тидж. Че, взять ее? Да. Нормально? Не двигайся. Вот так. Хорошо. Просто чемпион. Let's go. Давай, стой, я держусь за тебя. Пофиг, она тут, походу, не сильно нужна. А хотя рельсы. А, окей, можно по ним идти. Страшно. А как мы тут пройдем теперь? Так, сейчас не направляюсь. Давай. Еще раз. Задоджено. Ой-ой. Просто катимся все. Цепляйся. Хорошо. Так, ну вагонетка. Not bad, not bad. What the fuck? Какая-то она стрёмная. Так, я тебя вроде как схватил. Да. Не хорошо, но... Нормально. Так, давай. Вау. Вау. Ой-ой-ой. Так, давай. Сейчас. Фух! Что же мы творим, реквизит? Так, где-то с левого морковь, может? Наверное, да. Может, тоже полетом? Да не, полетом. Страшно. Но! Стой! Есть только твой S. Ну, с морковкой будет, наверное, попроще. Надеюсь. Давай, я сделал чуть-чуть. Мостик. Нет! Пушу тебя. Ну ладно, давай. Это было просто... Чё с этой морковью не так? Господи Иисусе. Найс! Let's go! Тиш, ты жив? Самый крутой кролик в мире. Да, я жив. Спасибо. Охренеть! Так, я первый, потому что там опасный объект. Давай. What the fuck? Окей, Тиш. Отлично. В принципе, запрыгнуть сюда несложно. Я уже понял, как сюда запрыгивать, а вот дальше. Блин. Хорошо. Взял. Так, как дальше? Теперь прыжочек. А дальше как? Или... А откуда прыжочек? Я лечу. Ой, выгоня... Так, что делать, Тиш? Я вообще за что держусь? Тронь. Я здесь. О! Так, я ловушки заджебейчу. Отлично, я заджебейтил. Хорошо! О! Сейчас будет хорошо. Это оно, наконец-то. Пинг 104, ты видел? Я хватаю твой S и ем его. Простите, реквизит, что воспользовался тобой. Ух, тебе вообще насрать, я смотрю. Да мне так-то, ну, нормально. Оп! Тут, кстати, по одному легче, походу. Давай. Хорошо. О. Отлично! Стоп! Теперь мне нужно... Ты жив? Да, нормально.
пам, пам, ум. Нормально? Мы вдвоем. Let's go, оп. Я посидел, видал? Да. Тихо. Нам вниз или куда? Нет, там морковь. Морковка справа, а вниз, типа, переход. Еще. На счет три ты отпускаешь. Давай. Раз, два, три. Иди отсюда. Ай! Наплевать, мы можем вернуться куда хотим. У нас есть полет бога. Давай. Ну, лайтовая для нас, лайтовая. Ну, да, просто. Морковка будет простой. Так, давай ее. Оп. Ручки. Кайф. Там так. Дальше вагонетка, наверное, какая-то. Не отпускаем. Нам нужно быть готовым к полету еще дальше. Да, тут нету этих шпал и ничего. Там, по-моему, яма внизу. Я, наверное, прилетаю. Жалко нам морковку. Там портал, кстати, дальше. Все. Сможешь? Я не знаю, реквизит. Я думаю, что сможете, что тут. Давай. В таких ситуациях обычно происходит троллинг. Я уже с морковью. Все, жду тебя. Мы все веруем. Хорошо, хорош. Он хорош, он красавец. И он просто залетает. Красиво. С первой попытки? Мы с первой попытки эту жизнь прошли. Ну, со второй, но это с первой было. С первой. Пом. Так. Чего? Это было настолько... Так, здесь полет. Полет нужен точно. Камень пролетит, и мы сразу летим. Давай наверх сначала заберемся, вот так. Я не хотел сейчас, ну ладно. Ну иди, камень! Отлично. Полетели! Нам насрать! Кайф. Красивые спецэффекты. Наверху морковка слева, 100 пудов. Так, давай протестим. Нам, наверное, с камнем надо было, кстати, идти. Походу, да. Да, ты был, черт побери, предсказателем. Стой. Так, я сейчас переключу. Прям заталкивай тебя. О! Давай, задницей хватай морковь. Схвати кристалл. Так. Опа. Вот что я хочу сказать. Оп. Так, морковка, да, правильно, у тебя должна быть, чтобы я тебя схватил за ноги. Почти идеально. Так. Так, лампа. О! Я так насрал в штаны, воняет. Все, опять с первой попытки тишь, мы просто овнем пока что уровни. Хватаемся и пока что катимся. Чего? Предательство. Жесть. Я даже не видел этот шип. Так, хорошо. А! Морковь сразу! Дрись, полет, полет. Да. А мы уже не сможем под нами. Сможем. А, под нами шипы! Да. Давай, тихо, я отживаю еще. Оп! Нормально! Стальной зад! По пробке проскользило просто! Тихо! Там можно залететь с другой стороны. Если мы пройдем это, давай, поехали. Вот отсюда можно залететь. Я сейчас сдохну, реки. Я жду тебя. Эрмас, все, теперь. Так, отсюда залететь? Да, вот прям в ту нориллу. Стой. Бля, такая узкая. Это будет очень тяжело. Не знаю, что-то прям очень узко. Давай с правой стороны посмотрим, что будет. Сейчас, давай еще пару попыток. Ну давай попробуем вот так. Может, нужно облететь. Как будто дальше не позволяет залететь. А, нет, да. Нормально. Ух, пасхалка, котик! Жесть! Офигеть. Надо забрать его. Ни один человек в мире это не видел. А в смысле, там умирает персонаж? Да? А, точно. Выглядит так, как будто ты просто... Обалдеть. Отлично. И как теперь? Цепляться и... Так, ладно, я пошел вниз тогда, наверное. Погоди, а я должен тебя поймать на шаре еще, что ли? А там разве шипы?
Да, там же шипы боли. Едь на шарики пока. Нет, там нормально все. Я умер. Нет, я жив. What the fuck, реквизит? Я жив, Тиш. Все хорошо. Реквизит, вот морковка. Я сдох. Нет. Так, я с морковкой тут. Кратно сам... А какого? Реквизит, стой, просто стой на месте. Я стою. Тиш! Реквизит, я умер. Так, стой на месте, Тиш! Давай, я сейчас спасу тебя, готов? Ты мне веришь? Ты не стой на месте! Стой на месте, не трогай! Как ты меня спасешь? Я спасу тебя, ты жив? Я жив, реквизит, вот я попой двигаю. Все, забей нахрен, мы сдохли. Морковь! Я ее не забрал! Так, реквизит, у меня тоже проблема. Дежавю. Оп! Нормально. Да ж... Хорошо, морковь внизу почти. Она падает. Давай, морковь. Отлично, все, отлично. Так, ща. Так, теперь надо вытащить меня. Окей. Как мы... Стой! Все нормально, реквизит. Вот это уже ненормально. Я прыгаю нахрен за морковь, мне наплевать. Стой. Просто не торопись. Мы можем выиграть. Я держу ее на копчике. Напрягись, сфинктер Тиш. Напрягся, как никогда не напрягался! Отпустись! Реквизит? Я прокатился. Как дальше проходим? Тут камень еще падает постоянно. Так, нужно цепляться за меня. Полетом, наверное, да? 100%. Надо перекрутиться назад, зацепись за что-нибудь. Блин, ты не можешь ничего, ни за что зацепиться. Давай, я просто лягу, а ты вот так вот. Осторожно, только не на шипы. Погнали. Не торопись. Тихо. Без вагонетки, наверное, лучше. Тут камни сейчас будут. Стоп! Ты жив или нет? Я жив. Стой. Разминировать. Отпусти. Не отпускаем. Ну, в смысле, отпусти. Вагонетка, походу, активировала все. Да. Так, здесь ловушка. По-моему, падение и смерть, да? Или нет? По-моему, да. Полетели? Окей. А, вот здесь ловушка. Так, на самый верх. Так, и там портал уже. Перекрутиться. Давай аккуратно. Готов? Хорошо! Нормально. Еще. Так, погоди. Тебе надо впереди. Готов? Рано пока. Тебе надо тоже чутка подкрутиться. Я вроде в хорошей позиции. Так, готов? Давай. И наверх, жесть. Ну ладно, наверх изи будет. Готов? Чутка повыше. Во-во-во, отлично. Нет, отлично! Нет, реквизит, пожалуйста! Отмена! Затаскивай! Тише, затаскивай меня как угодно! Давай, все хорошо, тихо. Не дестабилизируем ситуацию. Стой, не... Да это жопа какая-то, я не знаю, мне страшно так. Я скажу, когда. Давай, не давай. Морковь, она бесится. Так, раз... Два, три!